В Тюмени стартовала акция 70-летию Победы 70 почетных вахт, которая проходит в рамках молодежного военно-патриотического фестиваля «Виват Россия». Ежедневно по 9 мая включительно школьники будут нести почетные караулы на мемориалах памяти нашего города, на исторической площади, на площади памяти и у монумента в сквере прощания. Я уверен, что каждый из вас будет нести свою победную вахту с особым чувством, чувством гордости и великого уважения к подвигу солдат и тружеников тыла. В предыдущие годы на Дни воинской славы России на мемориалах памяти караул несли лишь воспитанники военно-патриотических объединений и курсанты ТВИКУ. В год 70-летия Великой Победы этой чести удостоены и тюменские школьники. Георгий Лайф, Николай Салдаев, Евразион ТВ.